Всем привет, друзья, с вами Закупыч, и сегодня у нас распаковочка Наризма. Посмотрите, какой милаха, то есть он растет, он сначала такой, потом такой, потом такой. Расту и развивай, играю, радуй, пою, танцую. Растущий, развивайся, аква-поп-звезда, аква-рок-звезда, или кто же внутри, то есть нужно... То есть это загадка, кто внутри, то есть нам могут попасться разные. Я про эту игрушку ничего не знаю, покачай меня, я научу говорить, мои глаза светятся, я люблю быть на ручках. В общем, тут много всего интересного, надо распаковывать. Я вообще в шоке с этой штуки. Тут это есть. Это Милана меня попросила, говорит, давай быстрее открывать его. Тут это есть. Давай быстрее открывать, да, я знаю. Теперь нужно его просто вот так вытащить. И что же там? И там яичко. Вот такое яичко. Мы ее открываем. О! И тут прям полностью инструкция. Смотрите, сейчас вам покажу. Так, коту тоже понравилось. У нас это будет распаковка в формате влога. Кот решил съесть его сразу же. Потому что его надо очень долго гладить, чтобы он вылупился. А этим заниматься неохота. Более подробная информация по QR-коду. Здесь нужно скачать. Возьми Ризма, потяни вверх. А, типа я потяну вверх, и он сразу же активируется. Да? Или я нет? Саму коробку. О, все. Вот они глаза. Вон его глаза зеленые горят. О. Господи, кто это? Он разговаривает. Кот, только не изнасилуй его, пожалуйста. Он пытается его есть. В общем, вот такой набор. Добро пожаловать, Ризма. Красный, это значит... Зеленый значит что? Нужно его гладить? Красный, если у него красные глаза, то нужно брать его на ручки и качать. Если зеленые глаза, то нужно его гладить. Понятно? Его надо сейчас гладить. Он постоянно разговаривает. И у него тут какие-то переключатели снизу. О, он разговаривает. Красные. Красные. Чё? Ноги? У него ноги появляются, да. Вот они. Надо его взять на ручки. О, все, теперь гладить. Короче, вы поняли? Если глаза зеленые, то нужно его гладить. Если красные, то нужно брать его на ручки. Что, он уже вылупляется? Нет. Ну, нет еще. Ноги только чуть-чуть. Также в наборе есть инструкция. Типа, играй с Ризмой написано. Потяни вверх. А, ну все. То есть больше нам инструкция не нужна. А это что, это прям книжка? Так, инструкцию я буду читать. Вам эту инструкцию знать нечего, пускай он растет. О, смотрите, потухли глаза у него что-то. Наверное, он спит. Ты что, спишь? О! Прикольно. О, он ожил. Вот в шоке. Отойти. Да, у него там потихонечку эти лапки видны. Он, наверное, встанет на лапки, на вот эти. Он что-то говорит. Это он сам двигается. Нет, это я бы покачала. Так, а что у него снизу вообще? Ой. Снизу переключалка, типа, выключена-включена, но у нас установлена-включена. То есть все нормально. И еще есть отвертка, то есть можно поменять батарейки. Но батарейки мы менять не будем. Он еще может помогать. Ну все, Милан, занимайся с ним, гладь его, качай его, и когда он начнет вылупляться, мы будем снимем это дело. Посмотрите, какой он страшный в темноте. Оказывается, его еще можно катать, и он умеет петь песни под музыку. Да, и сверху можно жмать на него. Можно менять цвет? Да, вот сюда нажимаешь, так менять цвет. Ничего себе, крутой какой. Давай, просыпайся. А еще наш кот пытается его съесть. Прочитал в инструкции, что, оказывается, он не должен стоять, как я его ставил. Он должен лежать вот так. То есть вот так он должен лежать, и потом сам встанет на лапки. То есть глаза это и получается его затылок, как бы, да? У меня погладь его, что он затих. Не хочет. Зеленый горит, значит Ризма готов к игре. А нажми ему на лоб. А вот. Че, может у него батарейки сели? Нет. О, пытается встать. Зеленый, гладь его, давай. И чтобы он побыстрее вырос, его надо быстрее много-много гладить. Да. Оказывается, жмя ему на голову, ты выбираешь режим игры. Зеленый, и это означает режим разговора. Ризма, привет. Ну-ка. Ризма, привет. Потом обними и покачай, чтобы перевести в режим сна. А, то есть, если его обнять и покачать на ручке,
то он будет спать. Вот, фиолетовые глаза. Если его покачать, то он заснет. Ну? Что-то он не хочет спать. Смотрите, если выбрать желтый, то можно петь ему песенки, и за это можно получить музыкальные награды. Ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Еще режим игры, когда синие глаза. Вот, синие глаза, нужно его потрясти. Че он чихает? Блин. Давай. Пой давай, синие глаза мне нужны. Во. Тут написано, качай его. Что-то он пищит. Еще можно выбрать оранжевый свет. Давайте выберем оранжевый. Вот он. Непонятно какой. В таком режиме его нужно катать. И он будет петь. Да, он поет. Что-то так тихо. Да, он тихо поет. Чтобы Ризма вырос, нужно как минимум 25 музыкальных очков и 15 записанных песен. То есть то, что мы сейчас делали, то, что я вам показывал, это нужно сделать 15 раз. 15 раз. Да, 15 раз нужно его покувыркать, что-то с ним там петь песни, вот это все, то, что я вам показывал. Вот, и когда он начнет превращение, у него будут глаза меняться. Красный, синий, желтый. Красный, синий, желтый. Вот тогда это означает то, что он меня, ну, уже сейчас будет трансформироваться. Когда глаза у Ризма будут белые, его нужно подбодрить, чтобы он вырос. То есть, когда... типа, давай, давай, Ризма, давай, молодец, молодец, нужно говорить. Типа, давай, расти. Это когда он будет белый, тогда он быстро вырастет. Нифига себе. Угу. Он еще и пердит, вы это слышали? Короче, оказывается, смотрите, нужно нежно нажимать на кнопку и выбирать режим. Вот желтый режим, теперь нужно его покачать. Все, мы выбрали ему режим песенки. Ставь лайк, подпишись, лайк, репост. Подписка на канал, спасибо, Ризма тебе говорит. Подписочку оф... Ставь лайк, подпишись, лайк, репост. Подписка на канал, спасибо, Ризма тебе говорит. Видели, он повторяет за мной. Ой, и получил музыкальное очко. То есть он... повторяет в режиме желтым за вами песенки, ваши слова. Это приколюшка. Так, а еще есть режим синие глаза. Выбираем ему синие глаза. Вот они, синие глаза. Вот, видите, принять. Покачали его. И теперь он издает звуки музыкальных инструментов. Слышите? Он издает звуки разных музыкальных инструментов. Как будто бы сани. Гол! Ой, мы получили музыкальное очко за это. Ой, еще очко получили музыкальное. Так, а теперь мы выбираем оранжевый. Теперь мы должны его катать, и он будет петь. Я сейчас увидела, как у меня фиолетовый цвет. У него почему-то красные глаза, мне кажется. Он недовольный? Куда-то меня не хвалит. О, все. Мы получили еще очко музыкальное. Смотрите, Ризма начал менять свои волоса. То есть эти цвета. Он сейчас вырастет. Все, белые глаза. Давай, Ризма. Давай, 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 Ризма, давай, 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 Ризма, давай, расти. Давай, давай, давай. Давай, Ризма. Давай, Ризма, ты сможешь. Ты сможешь, давай, расти, малыш. Давай. Только надо боком, наверное, его поставить. У него же хвостик должен вырасти. А, музыка какая. Музыка прикольная. Давай, Ризма, давай. Давай, давай. О, какой хомяк у нас получился, офигенный! Это первый этап? Да, это первый этап, он теперь подросток у нас. Смотри, смотри, он может теперь двигать крылышками какими-то. Так ощущение, что перданет сейчас. Это офигительная игрушка, первый раз такую вижу. Ризма, ты вырос, молодец! Давай споем в эту честь песенку, давайте. А наш Ризма вырос, он уже подросток. И теперь он узнает Мурку все дела. Ризма молодечек, маленький котенок. Я тебя... Ризма вырос, он уже подросток. И теперь он узнает Мурку все дела. Ризма молодечек, маленький котенок.
Нам дали очко. И еще я прочитал инструкции, как сделать его или потише, или погромче. Я не знаю, что у нас установлено, громкий или тихий режим. В общем, нужно его выключить, потом зажимать кнопку на голове у него и включить в этот момент. Не, по-моему, он тихий сейчас. Ризма? Ризма, давай! У нас Ризма второй раз сейчас будет расти. Давай, Ризма, давай, расти! Давай! Ризма, давай! Давай, Ризма! Милан так переживает за это. Давай. Ризма, давай! Давай, Ризма, расти, ты сможешь! Давай, вот сейчас! Ризма, давай, ты сможешь! Ризма, давай! Ризма! Давай, Ризма! Давай, выходи, Ризма! Ризма, у тебя получится все. Давай, Ризмочка. Давай, мой хороший, ты все сможешь, я верю в тебя. Так он сейчас окончательно вырастет? Да, я родился, давай, сделай это. Интересно, он сейчас давай, подскочит давай, прямо? Давай, расти, ты Ризма. Сможешь. Ты сможешь, я тебе верю. Нет, все получится, давай. Давай, ты сможешь, я тебе верю. Давай, Ризма. Ты оставался. Давай. Давай. Ризма! Блин, сколько счастья! Ризма! Супер игрушка вообще! Ты вообще просто космос! Ничего себе, я уже думал, что он не вырастет, и он такой нас обманул, такой хоп и вырос. Так, а кто у нас получается? У них у каждого есть свое имя. У него сердечки... То есть у него какое-то имя там свое. Я даже не знаю. У нас Ризма Берри. Ризма Берри с сердечком. И он может быть или поп-звезда, или электрозвезда. Чтобы понять, какой он звезда... Ой, что там? Что? Нам нужно понять, какой ты звезда. Ты будешь говорить нам? Ну, говори. Вот твой цвет получился. Да, это разные режимы игры. Чтобы принять режим игры, нужно выбрать цвет и потрясти его. О! И что это значит? Он просто музыку играет. Нет. Я вычислил то, что он танцует под музыку под розовый цвет. Так, сейчас. Где теперь нажимать это его? Он там сзади. Раз, два. Так, выбрал розовый. Потряс его. Танцуй под бузову, под эту громкую музыку, тряси своими арбузами, танцуй, Ризма, танцуй. Надо включить музыку. Алиса, включи плейлизня. Включаю подборку плейлизня. Я на Али, я на Али. Под распродажу Алиэкспресс танцуем. Это Спея может? Наверное, может. Ну что, друзья, как вы поняли, он умеет играть во множество разных игр. Но я буду с вами прощаться, потому что это долго. То есть это нужно его прям, я не знаю, сутками снимать, чтобы все его функции узнать. Вот. То есть вот желтое, это что такое? Это песни, когда поешь, он запоминает. Привет, привет, Андрей. Тан-та-ра-та, ты меня называла, привет, Андрей, ля-ля-ля. Все, у нас поп-звезда, видишь, у него на фоне поп-музыка играет. Вы заметили, когда он поет, у него на фоне поп-музыка играет. Вот. Ну, его можно гладить, он с вами общается обычно. То есть там ножки у него теперь есть. У него ушки такие двигаются. Рот что-то он закрыл. Ты чё рот закрыл? Партизан. Ты чё рот закрыл? А это зеленый цвет. А зеленый цвет что значит? С ним можно играть в те же самые игры, что и он младенец. И еще добавились две игры, когда он меняет цвет, и там нужно выполнять разные действия. Вот. И также еще вот эти песенки поет. Вот. Ну, игрушка... Ой, что это ты делаешь? Цвет на груди, зеленый, покачивай, говори. А, покачивай и говори. Вот. Зеленый цвет, то есть его нужно качать, ходить и говорить с ним.
И он что-то говорит. То есть у нас поп-звезда, да? Да, у нас поп-звезда. А я буду с вами прощаться, с вами был Закупыч, всем пока.